все. Никаких больше джаву, никакой больше фигни. Теперь только машинка, только хардкор. Воу, ха-ха, да. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Crysis 3. На этот раз вас ждет 10-я часть моего прохождения. Нет. Клэр, не уходи. Псих. Мне так жаль, Клэр. Жаль? Майкл, тебе... не о чем жалеть. Никто не смог бы сделать больше. Прости меня. Конечно, да. Хорошо. Тогда все хорошо. Все хорошо. Клэр! Клэр! Все. Псих. Всех я сожалею, но у нас нет времени. Нужно найти еще один СВВТ сейчас же. Псих! Не называй меня так! Нам нужно отключить этот чертов энергетический луч, псих, или все погибнут. Ты понимаешь? И что мне с этим делать, а? Я Майкл Сайкс! Я всего лишь человек-пророк! Я не смог спасти даже одну единственную жизнь! Всего одну! Ты эгоистичный скот, ты не понимаешь! Раш прижал меня тогда. Держал в заперти из-за долбанного костюма. Если бы ты его носил, это погубило бы нас всех. То, что ты был человеком, спасло нас. Мы все люди, псих. Мы все сражались. Ты и я. Номад и Шут. Все мы. Мы сражались, а не долбанные нано-костюмы. Остались только ты и я. Мы можем все изменить. Последняя миссия. Думаешь, она бы хотела, чтобы ты все бросил вот так? Всем каналам Гриф Повстанец 4! Просим поддержки, пилот убит, мы на земле. Под огнем цефов долго не протянем. Пси... Майкл, чтобы ты понял, это будет бойня. Совершенно верно, мать твою. И бойню это учиню я. Все верно, босс. Мне не нужен костюм. Не нужна техника. Мне только бутылка нужна, верно? Нейтрализую артиллерию, и я пригоню СВВП. Давай, бро. Это еще не конец света. Пока. Увидимся на той стороне. Да, вот это я понимаю, вот это уже другой совсем разговор, совсем другой разговор. 5% от максимальной мощности. Опять какой-то компьютер у нас тут болтает, мы пополнили запас стрел, все отлично, если не считать того, что Клэр, к сожалению, погибла. Ну, да, что делать? Такова судьба. Всего лишь человек, Запад, 59-я стрит, адская кухня, Нью-Йорк. И мы отправляемся в самое логово цеф.
Конечно, жаль то, что Клэр погибла, но что делать? Война требует своих жертв. И мы продолжаем выполнять свою миссию, свою работу, на которую, собственно, мы подписались очень-очень давно. Мы приняли твое сообщение. Думаю, мы сможем помочь. Сопротивление цепов... Ай, черт, оглянись вокруг, это же сраный цирк! Командование вином. Буду краток. Я уничтожу этих цевских 3А. Любая помощь приветствуется. В противном случае не мешайте. Понял, пророк. Наши СВВТ тебя прикроют, если ты расчистишь центр. Так, нам нужно расчистить центр, как вы поняли. И нам помогут. Нам помогут. У нас есть, конечно, какие-то силы. Опять нас видят. Долбанные турели. Теперь тут турели цепов. Да, это, конечно, не очень хорошо. Миссия действительно интересна, то, что, смотрите, я как-то какими-то окольными путями прохожу. Вы поглядите, какие-то трубы. Собственно, я даже не знал, как сюда идти. Зависть в свободном режиме. Дай сигнал, и я его посажу. Хорошо, это мозговой центр питания. Если я присоединюсь к источнику питания артиллерии, то смогу ее контролировать. Так. Присоединиться к источнику питания. Ну, в принципе, неплохая идейка. Где мы находимся? Ухватиться за что? Так. О, а вот и наш веселый цеп. Слушайте, он жив, ё-моё. Он жив. После нашей стрелы выпущены ему в спину. А ну, верни нашу стрелу. Ха-ха-ха. Выпустили стрелу, а он у нас живой. Что ж такое-то? Так, надо забрать две наши стрелы. Куда он там улетел? Ну что, нам через все вот это пройти нужно? Мое. Давайте заберем этот пинч-пунч. И будем атаковать их же оружием. О, да. Так, подкоплю броню. О, гранатка. Ничего страшного. Она за стеной. Есть. Патронов только у нас мало, надо бы подсобирать, конечно. Ой-ой-ой, давайте возьмем что-нибудь более человеческое. Например, винтовочку Гаусса. Как вам винтовочка Гаусса, а? Фрики. О, да, я чувствую, она вам очень не нравится. Подкопим энергию. И убьем еще парочку. Эй! Да что ж такое-то? Все трясется нафиг, не могу прицелиться. Ну-ка, стой. Ну-ка, стой, я сказал. Готов. Так, мне бы патроны от нее подсобирать. Вот это было бы неплохо. Что-то от них оружия не остается практически. Да ё-моё. О, ха-ха-ха-ха. Похоже, Гаусс разрывает их вообще в клочья. Куда нам нужно двигаться? 41 метр наверх. Стандартные боеприпасы. Да, стандартные боеприпасы, это вам нафиг не боеприпасы к Гауссу. Обычные, обычные боеприпасики. Интересно, могу я их убивать по-тихому? Или не могу? Это еще что за монстр? Похоже, это и есть артиллерия, да, если я не ошибаюсь? Так, где-то там цефы. Надо нам энергию восстановить. Ой-ой-ой-ой, вот же они. Так, проходим, проходим. О, давайте винтовочку заберем. Кто там в нас отстреливает? Ах ты гад. Ты еще здесь. Уделали. Еще кто-то... Откуда по нам стреляет, а? Я тут тоже снайпери с какой-то своей фигней. Что ж такое-то, а? Ничего, отбились мы, отбились. Нормально. Вон еще тот наверху. Как нам ее взорвать-то, елки-палки? Че, сейчас под маскировочкой пройдем. Все путем будет. Не, нам наверх как-то надо. Долбанные трущобы. Сколько ж можно-то по ним лазать уже. Ой-ой-ой. Да давай, прыгай уже.
включу дробовик. Где-то он здесь рядом. А вот и ты. Ха-ха. Клочья. Так, выкинем нафиг, он пустой. У него осталось оружие или его разорвало тоже в клочья? Тоже его разорвало. Ничего себе, смотрите-ка, как она раскручивается. Так, мне что, перепрыгивать, что ли, на ту сторону? Похоже, что да. Что там творится вообще, ё-моё. Ладно, надеюсь, получится перепрыгнуть. Еп! Нет, не получилось. Броню активируем. Хорошо. Так, ладно. Тогда придется как-нибудь залезать здесь, что ли. Давай. Залезай, ну. О! Такое дело. И сюда. И сюда. Я подключился. Артиллерия отключена. Залетай. Понял, пророк. Я в пути. Готовьтесь к разрушениям. Вот так вот. Вот это отличненько. Мы ее уничтожили. Понял. Двигаемся к следующему триа. Понял. Держу позицию. Жду сигнала. Так, у нас комплект. Хорошо. Модернизации. Приближается десант. Че это мы так зарядились, что ли, энергии цефов? Я не пойму. Гаусса у нас патронов нету. Очень плохо. Давайте сменим на пулеметик. Фиг с гауссом. Пулемет, он, конечно-таки, надежнее будет. Цельчики ему паяем. Отлично. О, о, как обстреливают. Итак, нам нужно 590 метров туда и сюда, ё-моё. Хоть бы машинка тут какая была. О, он наверх зашел. Ой-ой-ой-ой-ой. Башку тебе, урод. Фу, состояние критическое, но нас не видят. Хорошо. Стрелу-то я забрал или не забрал? Где стрела, я не понимаю. Ладно, восстановлю энергию. Ага, восстановишь тут энергию. Все, уходим. Уходим отсюда. Кошмар какой-то. Здесь просто, просто такой прострел идет. Стадия 3. Луч свободы 13% от максимальной расчетной мощности. Белая дыра распространяется в нашей Солнечной системе и считается не случайной. Гравитационное искажение указывает на горизонт менее 10 микрометров. Это что еще значит? Понятия не имею. Это 10 микрометров в горизонте. Указывается. Это повстанец Гриф 1-9. Мы сбиты. Срочно нужна поддержка, иначе нас поджарят. Пророк, это Ромео Индия 6 БМП. Слышали вы в этой зоне? Мы в большой куче дерьма. Любая помощь от вас будет кстати. Хелки-палки, нам всем что ли помогать? Я не понимаю. Сколько можно? Так, у нас две миссии здесь. Я дополнительные миссии пока не вижу, так что я даже не знаю. Если, конечно, они думают, что мы должны их искать сами, то это будет весьма наивно с их стороны. Потому что тут либо мы отметим, либо нам отметят дополнительные цели, либо... Ё-моё! Нас атакует эта хрень. Я думал, что она не будет на нас внимания обращать, но... Видите, обращает, еще как. Так, у нас здесь есть Джав, который сейчас должен сбить этих уродов, но он их не сбил. Офигенно. А ведь должен был. Еще как должен был. Ой, давайте винтовку Гаусса возьмем. Отлично. И я буду потихонечку пробираться через территорию эту. Нас пока не видят. Что? Как? Кто? Откуда? Почему нас током бьет? Хрень какая-то. Так, где здесь Джав лежит? Вот. Взяли его. Да! Получил, урод? И он, кажется, не взорвался, да? Кажется, нет. Ему пофигу, он так и завис тут.
так и поджидает. Ну ладно, у нас здесь есть трубы, поэтому мы будем пробираться через трубы, брать Джав и пытаться убить эту мерзость летающую. Вот так. Не, он еще живой, вы поглядите, а. Он еще живой. Часть СЛ? Ты ошибаешься. Что-то нам сказали, я, к сожалению, прослушал. Что, опять минные поля? О, боже мой. Давайте взломаем. У нас даже системы все эти... Так, мы все взломали? Все взломали, отлично. Так, винтовочка Гаусса наша. И давайте проходить уже. Ну, нафиг, я даже не хочу его взрывать. Обойдется. Много чести, как говорится. Так он и не взорвался, хотя мы два раза в него из ракетницы попали. Но ему все вообще пофигу. Так, где здесь? Куда нам идти? Не понимаю. А, это, наверное, разные... Разные, так сказать, входы здесь есть. А в итоге-то нам надо сюда вот идти. Обалдеть! Вот это круто. Вот это по нам саданули. Саданули так саданули. Так, где они тут? Нас пока никто не видит? Хорошо. Тогда буду дальше пробираться. Поближе, поближе к цели. Так, как бы нас тут не угробили. Что за звуки? Как будто по нам все время кто-то стреляет. Наверное, это обманчиво. Но все-таки мне это очень не нравится. Так, мы тут сидим в кустах, но... Это иллюзия безопасности, потому что... Как туда пройти, ё-моё. Так, похоже, эта штука совсем близко, раз вот такой грохот тут и шум у нас творится. Вон она, вон она, вон она. Так, это что за дрянь? Это турель? Так, а я могу ее перепрограммировать? О, я могу ее перепрограммировать. А, вот почему у нас... Ой-ой-ой. Ух. Подождем, еще разочек попробуем. Надо перепрограммировать эту турельку. Я все думал, что это за синий, а это просто оказывается слон, так сказать, цепом. Ой, боже мой, нас опять сейчас убьют. Не нравится мне этот звук. Уровень дешифровки у нас капец какой сложный. Все. Ха-ха-ха. Теперь ты наша турелька поганая. Ну что, где Цеф это? Че он никого даже не поубивает? Да, плохо, 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 плохо. Ладно. Ну что, никто не охраняет эту точку? Кроме турельки никто не охранял. Отлично. Давайте ее ломать уже наконец. Майкл! Давай! Артиллерия! Отключена. Держи ровнее, пророк. Я иду. Кого держать ровнее? Мы уже все сломали. Теперь за тобой. Дело за тобой, Майкл. Да, молодец. Надеюсь, третью ты вынесешь так же. Перехожу к удержанию позиции. Отличная работа, Майкл. Двигаюсь к следующей цели. Фух. Внимание, у Цефа подкрепление. Подкрепление? Ну, я так и знал. Так я и знал, слушайте. Так, я и думал. Нам надо сваливать, я пока здесь сныкаюсь. Да. Здесь можно сныкаться. Хорошо. Это хорошо. 629 метров нам дуть. О, машинка. Ага. Я знал, что нам когда-нибудь наконец дадут машинку. Все. Никаких больше джавов. Никакой больше фигни. Теперь только машинка, только хардкор. Воу, ха-ха, да. Все, уроды, я еду.
Ускоряемся. 32 мили в час. Еще одна машинка. Тихо. Какой там основной агент нуждается в поддержке? Да что ж такое, ладно. И это еще кто тут возник? Ёлки-палки. Проезжаем, ёлки-палки, проезжаем. Проезжай, пророк. Фу, все, прорвались. Что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение 10-й моей части по Crysis 3. Мы еле прорвались в эту трубу, теперь здесь схоронимся и потом продолжим нашу атаку. Ну что же, надеюсь, вам понравилось, с вами был Гидон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.